Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня хочу показать вам две интересных модели. Слева у нас THL W8 Beyond, новинка. И справа у нас стандартный THL W8+. Отличаются эти модели только одним. Это увеличенной скоростью работы процессора. У THL W8 Beyond процессор работает с частотой ядро, точнее, каждый из четырех ядер процессора работает с частотой 1,5 ГГц. Поставляются они вот в таких вот коробках. Единственное отличие — это вот логотип Beyond. Тут его нет. А также есть вот такая вот информация на коробочках, которая поведает нам основные вот такие вот моменты. Видим, что MDK 589T. Хотел очень вам рассказать о том, что эти две модели абсолютно идентичны. То есть они идентичны внешне, они идентичны по комплектации. То есть есть обязательно чехол, книжка. Они идентичны по экрану Full HD. Великолепный Full HD с великолепными углами обзора. Все супер. Но производитель решил, что обычного процессора 6589 на Full HD экран недостаточно. И решил укомплектовать все свои модели обновленными процессорами MDK6589T. Давайте посмотрим, что же у нас получилось в Antutu, какие тесты у нас показали. Парадокс, но MDK6589T в данной модели, вот он здесь, показал меньшее количество баллов, чем обычный МДК. Не знаю, с чем это связано, скорее всего, с прошивкой, либо с чем-то, какими-то софтовыми проблемами, потому что мы брали Beyond другой, и как любой другой MDK6589T, он показывает порядка 13-14 тысяч баллов. По основным техническим характеристикам давайте пройдемся. Вот вы видите, что действительно 1508 МГц, тут 1200. По всем остальным техническим характеристикам они полностью идентичны. Одинаковые камеры, одинаковые объемы встроенной памяти, 16 там и там, только тут вот разметка другая немножко. Гигабайт у нас оперативной памяти. То есть никаких у нас отличий больше, кроме этого, нету. По прошивке. Прошивка у нас и там отличная, с завода. То есть нигде даже китайских софтин нету. Стандартные настройки. Также отличаются вот эти модели еще и здесь. То есть производитель четко показывает, что вот в данной модели именно 1.5, и в данных моделях именно по 16 гигабайт встроенной памяти. И что это именно W8 Beyond. Вот она. Давайте отложим эту модель и посмотрим, как же вот этот наш смартфон, тот, который Beyond, справляется с современными играми, например. Будем смотреть. Thank you.
А также посмотрим, как играет на данной модели Most Wanted. Скажу сразу, что игры на данной модели идут паршиво. Скорее всего, кэш и софт. Можно поменять прошивку на форумах, взять с форумов. То есть нам с завода пришли вот эти модели в таком состоянии. Я считаю, что это плохо. Китайцы штампанули F6589T, впихнули его, он тут показывает, и вперед. Вперед, продавайте, покупайте у нас. Но то, что это нужно было с прошивкой, прошивку запилить хотя бы под этот софт, я в этом разочарован. Вот в этом моменте THL значительно проигрывает своим аналогам от производителя Zoppo. На Уме там тоже такая не особо сбалансированная работа. На Zoppo все более-менее отлично работает. Во всем остальном данная модель ничем не отличается от THL W8+, тот, который тоже с Full HD экраном. Поэтому думайте, что вам нужно. Стоит ли переплачивать вот эти вот 100-150 гривен за модель с 1,5 ГГц каждое ядро. Спасибо за внимание, всего доброго.